Ученикам Кванториума при гимназии номер 3 подарили специальный аппарат по переработке пластика «Экструдер». Из вторичного сырья ребята изготавливают различные предметы – горшки под цветы, канцелярские тарелки, стаканчики. Есть и более масштабные проекты, к примеру, создание скамейки. Подробности расскажет наш корреспондент Валерия Елисеева. Дмитрий Наумкин учится на последнем курсе в Кванториуме. За 5 лет обучения активно занимался различными проектами, но особое внимание решил уделить теме экологии. Парень сам сделал чертежи и собрал станок для переработки пластика. Признается, что с помощью нового оборудования процесс будет проходить намного быстрее. Начали делать станки, участвовать в конкурсах, убеждать, выигрывать гранты. Пластик не разлагается, если разлагается, то очень долго, загрязняет природу. Мы это дело его перерабатываем, помогаем природе, ну и сами самореализовываемся. Вторичное сырье загружает специальное оборудование – экструдер. Там смесь нагревается и отправляется под пресс. Получается масса, похожая на пластилин. Уже из него делают определенные формы. Отмечу, что пластик можно перерабатывать многократно, и он не вреден для здоровья человека. Его применение – это изготовление различных длинных брусьев. Можно делать круглые брусья, можно делать квадратные. Соответственно, на него накручивается либо круглая труба, тоже резьбовое соединение универсальное, либо накручивается квадратный профиль металлический. Мы вот из таких пластиковых брусьев планируем сделать скамейку. Это будет проект ребят, они это делают. Для изготовления одной скамейки потребуется около 30 килограммов крышек. Для того, чтобы расширить сбор пластиковых отходов, планируется установить специальные контейнеры в различных организациях. Финансовую помощь для приобретения оборудования кванторианцам оказал один из банков. Его представители торжественно вручили ребятам оборудование и пожелали успехов в их проектах. Наш проект уже с прошлого года мы реализуем. Мы помогаем ребятам реализовывать их начинания. С прошлого года мы договорились с ребятами из Кванториума, чтобы собирали пластиковые отходы и использовать их в части переработки. Ну и мы решили сделать свой вклад. Не только собирать крышечки, но и подарить Кванториуму вот этот экструдер, который поможет дальше более экологично, быстро перерабатывать пластик. С помощью экструдера планируется проводить мастер-классы. Кроме того, ребята подали заявку на участие во всероссийском конкурсе «Экопоколение», где представят свой проект и реализуют его в практике. Валерия Елисеева, Алексей Нестеров, Владимир Скрипкин, Солнце ТВ.